Да, 16-й это чел, который исписал стены кровью в первой части. Предыдущий чувак, которого в Абстерго использовали. Спасибо большое, Роджер Темплар, за соточку. Ух, бля. Все баги в игре — это баги Анимуса. Ubisoft Кьюбец. Это город? Ubisoft Сингапур. Клаудия, дорогая моя сестра. Я в Акре уже неделю. В безопасности и бодром расположении духа. Но готовы к худшему. Те, кто дали мне пищу и кров, рассказали, что на дороге в Масиаф вовсю хозяйничают разбойники и наемники из чужой земли. Я пока не знаю, что все это значит. Когда 10 месяцев назад я покинул Рим, я сделал это с одной целью — найти то, что не успел найти отец. В письме, написанном за год до моего рождения, он говорил о библиотеке под замком Масиафа, а вместилище огромной мудрости. Что же будет ждать меня там? Кто меня встретит? Ебать, Эцио. Толпа тамплиеров, чего я опасаюсь больше всего. Охуенно выглядит. Или лишь шелест ветра и ничего более. Уже 300 лет Масиаф не был ассасином их домом. Сумеем ли мы вернуть его себе вновь? Будут ли нам рады? Меня так измотала эта битва, Клаудия. Не потому, что я устал сражаться. Похоже, наша борьба движется лишь в одном направлении. К хаосу. Сегодня у меня больше вопросов, чем ответов. И потому я и зашел так далеко. Чтобы обрести ясность. И знания, оставленные Альтаиром. Я хочу знать цель нашей борьбы и понять свою роль в ней. Клаудия, если со мной что случится, если меня одолеют враги или амбиции собьют меня с пути, не ищи ни правосудия, ни мести. Но продолжай поиски истины ради всеобщего блага. Историй подобных моей тысячи. И мир не рухнет, если одна из них оборвется. Ну, окей, ладно. Эцио настояли как великолепное итальянское вино. С годами он стал только лучше, терпче и приятней. Пока что, это, по-моему, это самая охуевшая и пиздатая итерация Эцио, которую мы только видели. Бля, игра стала лучше выглядеть.